Германии растут цены на газ. Представители энергетических компаний предупреждают, что возврата к дешевому сырью не будет. Поэтому правительство настоятельно рекомендует уже сейчас жителям Германии откладывать ежемесячно небольшие суммы для оплаты счетов. К лету в Германии ценники на мясные и молочные продукты для населения существенно вырастут. По данным Ассоциации работников сельского хозяйства страны, это неизбежно. В ФРГ не только увеличились цены на газ, но и втрое больше стали стоить удобрения, которые необходимы для выращивания кормов для скота. Уже сейчас производители молочных продуктов заявили о росте цен на 10% из-за неопределенности, царящей на рынке энергоносителей. К другим темам. Минздрав Германии объявил, что с 1 мая снимет обязательный карантин. То есть путешественники больше не обязаны будут по возвращении самоизолироваться, даже с положительным тестом на ковид. Но есть страны Европы, где немцам все-таки придется придерживаться обязательного карантина в случае болезни. Италия, Австрия, Португалия, Греция и Нидерланды требуют изоляции при заражении коронавирусом. Германия по количеству женщин с миллиардным состоянием заняла третье место рейтинга. Здесь насчитали 35 миллиардерш. На первом месте богатейшие женщины США – 90 американок. Второе место занял Китай, где проживают 63 дамы с миллиардным состоянием. Самой богатой женщиной Германии, благодаря семейному состоянию, в этом году стала Сюзанна Клатен. Ей досталось в наследство 19% акций гиганта немецкого автопрома компании BMW. Ученые Свободного университета Берлина и Вестфальского университета рассказали, какие черты личности свойственны миллионерам. Это исследование, к слову, велось с 1984 года. В рамках него участники каждый год рассказывали о своей деятельности, заработке, здоровье и других аспектах жизни. Выяснилось, что зачастую миллионеры отличаются экстраверсией и эмоциональной стабильностью. Кроме того, они готовы к риску и не боятся ответственности.